Я мама троих детей. Родилась я в Москве, мне 37 лет. И уже практически 6 лет я практикующий нутрициолог. Свою профессию обожаю, могу о нутрициологии говорить часами. Иногда меня бывает прямо не остановить. Но, к сожалению, в своей профессии я столкнулась с проблемами. И первая такая самая явная проблема – это зависимость дохода от наличия клиентов. Есть клиенты – есть доход. Нет клиентов – дохода нет. Не дай бог заболеешь или хочешь уехать в отпуск – все, доход становится абсолютно нулевым. И вторая проблема, с которой я столкнулась – это эмоциональное выгорание. Мы, нутрициологи, такие заботливые люди, мы не зря идем в эту профессию. Мы отдаем своим клиентам очень много энергии. Но в какой-то момент, чтобы зарабатывать достаточно для покрытия своих хотелок, я вела и 30, и 40 клиентов одновременно. Я думаю, здесь в зале достаточно много потоковых ЗОЖ-специалистов, которые работают со здоровьем людей. Вы меня поймете, что такое для меня эмоциональное выгорание. Это когда фраза «полная запись», она уже не радует. Она такое, знаете, внутреннее содрогание вызывает. Когда в 22-м году с нашего рынка ушел iHerb, а мы тогда с коллегами в основном нутрицептики брали с этого сайта, мы наконец-то посмотрели по сторонам. Тогда я работала в крупной школе нутрициологии, и наши пороги отбивало достаточно много сетевых компаний. Я для себя поняла, что надо выбрать какую-то одну, это будет более эффективно, разобраться в ассортименте, да, и остановить выбор на какой-то одной компании. Я такой достаточно системный человек, и я решила сделать анализ. То есть прям взяла ассортимент. Я анализировала в первую очередь, конечно, со своей стороны, с той стороны, которая как нутрициолог. Что я проанализировала? Это ассортимент, что было достаточно разных разноплановых нутрицептиков под мои нужды, под нужды для моих клиентов. Это, конечно же, составы, это сертификацию, это инфраструктуру для клиента, это тоже было важно, потому что очень часто, когда мы рекомендуем какую-то схему, клиент просто может ее не пропить, потому что это неудобно, доставка неудобная, и так далее. Поэтому инфраструктура, конечно, тоже была очень важна. Это сайт, это приложение. Но также у меня и моих коллег, мы, как правило, работаем онлайн, много клиентов из-за границы. И, соответственно, было важно, что это международная компания, которая в различных странах присутствует. И, вы знаете, естественно, конечно, победила Coral Club на первом месте. Рядом ни одной компании по всем этим параметрам не нашлось.